Мне очень сложно судить об этом, потому что я сужу через призму взгляда из России. Наверняка вы об этом знаете, у жителей Украины свои стереотипы того, что происходит на самом деле там. Но если судить по российским стереотипам, то будущее у нацизма только одно – неминуемый конец и смерть. Что будет в постпериод? Сложно судить, но, мне кажется, не бывает так, чтобы люди, которые были единым народом, братьями, взяли и разделились. Но это же не Прибалтика, это же даже не Молдавия, понимаете? Это люди, которые являлись одним целым со славянским, белорусским, российским народом. Я думаю, ждет только одно – это... Ну, может быть, это громкое слово, но воссоединение.